И чтобы понять, что происходит, еще раз повторяю, нужно понять, а почему Господь наказывает Украину. Почему именно Украину? И вот эта ненависть украинцев сейчас к русским, ведь русские – это просто орудие Божие. Какое государство стало Украину формировать? Оно стало формировать государство, в основу идеологии которого положена была ненависть к России. Как там размещались военные лаборатории, биологические лаборатории. Про это тоже сейчас стало известно. И куда захотела Украина, православная Украина? Куда она захотела? Она захотела в Евросоюз. Причем захотела в Евросоюз маниакально. Это была какая-то навязчивая идея, и до сих пор это навязчивая идея. В Евросоюз захотелось это европейского благополучия, цивилизации, и вот это, чтобы всегда был кусок сала и хлеба, образно говорю. Причем, чтобы это было без особого труда доставалось. Вот куда захотелось. А что такое современный Евросоюз? Современный Евросоюз – это древний Содом и Гоморра.